Наводнение в Южной Азии. Погибло более 160 человек. Львиная доля жертв приходится на Непал. В странах Южной Азии муссонные дожди стали причиной гибели более 160 человек. Об этом сообщает Reuters. Так, от непогоды пострадали Непал, Бангладеш, Индия. Больше всего жертв в Непале. Там погибли 115 человек, еще 38 числятся пропавшими без вести. В общей сложности пострадали 26 из 75 районов страны. На севере Бангладеш жертвами стихии стали 27 человек. Более полумиллиона вынуждены были покинуть свои дома и сейчас находятся в лагерях беженцев. В индийском штате Бихар погибли по меньшей мере 10 человек, в Ассаме – 15. Спасатели используют вертолеты, чтобы добраться до поселений, отрезанных водой. Как известно, в Южной Азии ежегодно стихия уносит жизни сотен человек и причиняет многомиллионный ущерб. Напомним, ранее сообщалось о наводнении в Иране. По материалам сайта newsgro.com.